Областной центр готовится к фееричному празднику научной мысли и инноваций. 10 октября стартует второй областной фестиваль науки. Он проводится в рамках Всероссийского форума. Всего запланировано более 100 мероприятий. Наука на любой вкус. От профильных лекций, семинаров, круглых столов и конференций до захватывающих научных баталий, творческих конкурсов, интеллектуальных шоу и увлекательных мастер-классов. Центральная площадка – МГТУ имени Шухова. Там своими знаниями и профессиональными секретами готовы поделиться ведущие белгородские ученые и исследователи. Во время экскурсии в наш центр вы узнаете, из чего состоит лазер, как печатают 3D-принтеры и как работают роботизированные станки с ЧПУ. Ждем вас в пятницу с 13:00 и в субботу с 10 утра в БГТУ имени Шухова, помещении выставочного комплекса в Центре молодежного инновационного творчества. Темы, запланированных в течение форума мастер-классов, может быть и сложно звучат, например, микроконтроллеры, но на практике достаточно доступны для восприятия. Вот так мы можем поворачивать камерой вправо, влево, вниз, вверх. Если хотите научиться программировать технические системы различной сложности, приходите на мой мастер-класс 11 октября в 16 часов в выставочный зал БГТУ имени Шухова. Подробная программа фестиваля на сайте вузовская-наука-белгородчины.рф, а также в специальной вкладке на официальной страничке БГТУ имени Шухова. Вход на все мероприятия свободный.